Россия усиливает вооружение пограничников ФСБ в Крыму. Кроме того, перебрасывает военную технику границы с оккупированным полуостровом. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. В конце июля министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в Москве отчитался о том, что на территории аннексированного Крыма Россия развернула группировки войск. По его мнению, главным образом это связано с наращиванием военного присутствия НАТО в Восточной Европе и ситуацией в Украине.